Лауреат международных фестивалей в Польше, Словакии, Чехии, Финляндии, Италии и Португалии. Трехкратный обладатель гран-при российских хореографических конкурсов. Лауреат первой степени 4-го межрегионального фестиваля конкурса на приз Ольги Князевой. Образцовый коллектив. Студия народного танца «Спутник» Свердловского государственного областного дворца народного творчества. Дорогие друзья, мы рады сегодня приветствовать вас на отчетном концерте студии народного танца «Спутник». Сегодня в этом зале собрались люди, для которых судьба «Спутника», конечно, как своя, практически такая же. Потому что в нашем зале сегодня выпускники, в нашем зале сегодня родители, в нашем зале сегодня все те, кому дорог и близок «Спутник». Итак, дорогие друзья, под ваши аплодисменты вновь
наши участники на сцене. Встречайте, Калинка. Танца «Спутник». Калинка, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, перед тем, как мы продолжим наш концерт, позвольте сделать небольшое объявление. Сегодняшний концерт снимает телеканал 5 с плюсом. И убедительная просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, не ходите во время выступлений наших участников. Итак, ну а сейчас позвольте пригласить на нашу сцену ребят совсем еще юных, которые занимаются в подготовительной группе и которые уже надеются занять место в общем составе. Итак, встречайте, хореографическая картинка «Васадули». Thank you.
Аплодисменты юным артистам. Ну а сейчас на нашей сцене зауральская фольклорная топотуха. Постановка Александра Черепанова. Топотуха. А сейчас на сцене Свердловского государственного областного дворца народного творчества настоящие деревенские гуляния в исполнении младшей группы.
Аплодисменты, дорогие друзья, дорогие родители, не надо сдерживаться, аплодируйте. Это ваши дети, они танцуют сегодня для вас. Давайте еще раз поприветствуем младшая группа. Ну а сейчас на нашей сцене, наверное, самый энергичный танец студии народного танца «Спутник». Кишиневская сырба. Постановка Дмитрия Самылова. Встречайте!
И еще одна постановка Дмитрия Самылова, на этот раз «Арабский танец». Ваши аплодисменты! Уважаемые друзья, многие не понаслышке знают о преемственности поколений. Действительно, в нашем зале сегодня есть выпускники, которые пришли совсем еще юными, росли, росли и, наконец, выпустились. А сейчас за кулисами стоят самые юные участники нашего концерта, ребята, которым всего 3-4 года. Это ваши дети, внуки. И, конечно, они стоят, волнуются, переживают. И я думаю, что от того, насколько тепло мы их встретим, настолько они не будут бояться в следующий раз выходить на эту сцену. Итак, дорогие друзья, мы приветствуем хореографический этюд «Топ-топ». Под ваши аплодисменты. Thank you.
Аплодисменты, дорогие друзья, самые юные участники нашего концерта. Не стесняйтесь, аплодируйте, они слышат. И, конечно, давайте скажем огромное спасибо и поаплодируем Татьяне Борисовне, которая занимается вот с этими вот самыми юными детьми, которые совсем скоро появятся на нашей сцене, но потом уже они будут в подготовительной группе и так далее, будут расти. Ни для кого не секрет, что в репертуаре коллектива огромное количество национальных танцев. Из-за чего это происходит? Да потому что «Спутник» активно посещает за границей все возможные конкурсы и фестивали, где заряжается положительными эмоциями и, конечно, питает свое вдохновение. В этом году они едут в Румынию. Поэтому давайте пожелаем им удачи, а на нашей сцене «Турецкий танец». А наш концерт продолжает баварская полька «Зибеншритте». Thank you.
И вновь на нашей сцене старшая группа, среди которых, кстати, есть и выпускники, которые уже выпустились, но, тем не менее, не мыслят своей жизни без спутника. Итак, дамы и господа, постановка заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Карпова «Кадриль».
Кадриль, дорогие друзья, ваши аплодисменты. А на нашей сцене еще одна постановка заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Карпова «Иван да Марья». Давайте поприветствуем на нашей сцене Настю Давыдову и Диму Васнина. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Настя Давыдова, Дима Васнин, дорогие друзья. Аплодисменты, аплодисменты юным и талантливым артистам. А сейчас на нашей сцене танец, который стал визитной карточкой спутника, с которым они объехали, ну, наверное, полмира, это точно. Дорогие друзья, украинский мужской танец «Ползунец». Постановка Николая Сапожникова.
украинский мужской танец «Ползунец». Конечно, дорогие друзья, после настоящего мужского танца хочется чего-то более женственного. Для вас, дорогие дамы, которые сегодня здесь, на нашем празднике, лирический девичий танец «Утушка луговая». Постановка Ирины Бриске. Дорогие друзья, ну а мы такими же аплодисментами встречаем самых маленьких участников ансамбля. На нашей сцене вновь подготовительная группа, которая исполнит для вас белорусский танец «Марыся». Потеряла
Дорогие друзья, ну а мы такими же аплодисментами, конечно, приветствуем танец, который можно действительно назвать долгожителем, потому что в репертуаре коллектива он уже очень и очень давно. Итак, под ваши аплодисменты «Еврейский танец». А сейчас на нашей сцене любимый танец старшей группы. Дамы и господа, под ваши аплодисменты, цыганский танец. Thank you.
Любимый танец старшей группы «Цыганский». Дорогие друзья, на одном из фестивалей, увидев выступление студии народного танца «Спутник», президент международной фестивальной организации Лила Алессандро так проникся выступлением наших ребят, что выслал фонограмму, чтобы чтобы в репертуаре «Спутника» появился итальянский танец. И прямо сейчас под эту самую фонограмму на нашей сцене «Сицилийская тарантелла». Друзья, следующий танец, который прямо сейчас вы увидите на нашей сцене, конечно, знают все выпускники, сидящие в нашем зале, потому что ему действительно уже около 20 лет. Итак, вам, дорогие выпускники, мы посвящаем мексиканский танец «Авалюлька». Thank you.
мексиканский танец «Савалюлька». Ни один значимый концерт в нашем дворце не обходится без этого танца. На сцене «Бессарабская фантазия». Постановка заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Карпова.
«Бессарабская фантазия». Ну а мы представляем вашему вниманию танец, который появился в репертуаре сравнительно недавно. Башкирский танец «Байрам-Яз», что в переводе означает «праздник весны». А сейчас на нашей сцене барыня. Thank you.
дорогие друзья! Уважаемые зрители, конечно, сегодня действительно большой праздник у всех у нас. И сложно представить себе праздник без подарков и без сюрпризов. Итак, прямо сейчас на нашей сцене премьера «Уральский пляс». Постановка заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Карпова. Итак, ваши аплодисменты. Премьера танца.
студия народного танца «Спутник». Ваши аплодисменты, старшая группа. Средняя группа. Младшая группа. Подготовительная группа. Дорогие друзья, все это студия народного танца «Спутник». Ваши аплодисменты всем участникам, всем юным, молодым, талантливым артистам, которые сейчас стоят здесь, на этой сцене, и которые, конечно, подарили этот замечательный праздник вам.